Серго, если ты можешь без акцента разговаривать, зачем постоянно язык коверкаешь? А иначе в этом городе не выживешь, брат. Друзья, вы не поверите, но это тоже Сочи. Это Сочи, Кахи и Серго. Добрый вечер. Мне непосредственно Каха звать. Софа. Слышь, умник, станешь на своей стиралке со мной, а? Через неделю, в этом же месте, в это же время. Если ты не обгонишь его, тебе проще застрелиться. Будешь общаться с этими, которые на скейтах катаются. Братан, не переживай, я его обгоню. У него всего лишь тройка, в 4 секунды до 100 разгоняется. Я походу встрял, да? Потому что все из-за дела. А да, не тёлка. Обстановка по кайфу. Так что ты с ним из-за меня зарубился? Влюбился. Нет, говорю. Вот моя тачка. Такая низкая? Да. Это же спорткар. Поехали! Обстановка по кайфу. Если сверху еще воткнем турбину, поедет хорошо. Сколько бабок надо, скажи? 200 тысяч. Какой я нефартовый! Каха, давай ты просто женишься на Пугачева, и она даст тебе бабки. Ты что, гонишь? Музыка, по-братски помоги. Серьезное дело, братья. Если их мусора повяжут, я их всех сдам. Там какое-то мероприятие. Воры! Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Что такое? Это на кино снимаем. Сегодня диджей ставит музыку только для нас. Пойдем, пойдем. Обстановка по кайфу. Я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Братан, не обессудь. Я тебя не боюсь. Ты смешной. А ты слепая.